4-я летняя школа «Ислам в Евразии», рукописные и старопечатные источники народов России успешно завершила свою работу. Занятия школы проходили на базе ресурсного центра по развитию исламского и исламоведческого образования Казанского университета. Мы пригласили специалистов, как наших казанских, так и московских специалистов. Все они занимаются изучением рукописного наследия, но каждый из них занимается разными, скажем так, традициями. В рамках школы участники с разных регионов России познакомились с теоретическими и практическими вопросами мусульманского источниковедения. Особенно нам запомнилось и понравилось те практические мероприятия, что мы проходили. Это дешифровка, перевод старо-татарских, старо-османских книгопечатных рукописей и наследия. Несмотря на то, что летняя школа завершила свою работу, она непременно откроет свои двери вновь и продолжит давать своим участникам новые знания и ценные навыки. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз.